Леонид. Всем привет! Вот и новый ролик подоспел. Первые кадры, которые вы увидели с дрона, смог, и кадры, которые снимались прям огонь, это горит Карелия. Вот. И вот со мной рядом стоит Витя, он сосед нашего объекта, скажем так. И... Да, все верно. И также он тушит эти пожары. Витя, привет еще раз. Да, скажи, вот ты как сосед, вот и у нас вот объект. Как тебе вот это здание, что наша работа, что мы делаем? Вообще, как у вас для, скажем так, для этого региона такие вот крыши, фасады? Большие объекты такие, и с такой работой. Вообще, первый объект в Пряже, вот именно с таким исполнением, фальца. Раньше такого, ну, нигде не было. Не то, что мы от чего-то отстаем. Много разных здесь есть вариаций, строительных всяких решений. Но именно по фальцу, что было зашито и крыша, и стены, и вот интересное решение, разные цвета, вот такое вот впервые. Наблюдаю уже несколько месяцев за мастерами, за вашими ребятами, которые приехали. Кстати, да, это он подписчик также наш. Да, я подписчиком тоже являюсь. Вот, я приехал сюда, и раз заход, о, привет, я подписчик, давай. Я такой, вот, давай, подписчик, сделаешь нам отзыв, как сосед. Вот, поэтому... И практика у меня тоже такая, в первый раз. Для меня тоже очень лестно и приятно, да, что... Все нормально. Вот, продолжим. То есть, работу наблюдаю уже несколько месяцев. И что могу сказать? Ребята приехали со своим оборудованием, с крутой спецовки, вот видно даже по Александру. Ботинки, перчатки, там, очки. Ну, в общем, вооружены, как строительные робокопы. Знания, умения тоже на высоте. Я просто, я обыватель, я не профессиональный строитель. Я для себя делаю там, тихонечко строю, но вот мне очень нравится наблюдать, и ребята иной раз пускают на объект посмотреть. Здорово, прям приятно, спасибо. Буду дальше наблюдать, и особенно съемки вот сверху, вот нашего поселка небольшого, да, но очень красивого, и вот ваш объект, и наши объекты здесь, это вот прям такое сочетание, фьюжн такой, очень интересно поглядеть все. Да, да. Вот, ну, я еще полетаю, поснимаю здесь, еще посмотрите сверху, саму Пряжу сверху, мы повыше поднимемся, соснимем все это. Здесь очень красиво. Единственное, что на горизонте, конечно, смог. Горит лес. Очень да, много. Леса горит много, да. Скажем вам правду такую, что говорят по новостям, сколько горит леса, на самом деле в 10 раз преуменьшают. Так ведь? Это, ну, примерно ориентировочно так. Горит кварталов много, и пожары серьезные, сдерживать получается не всегда. Бывает и встречный пал пускают. И... Не справитесь? Ну, обязательно, все ж стараются. То есть. Там еще есть вот у нас и юные подписчики. Юные подписчики, а давайте сюда. Они стоят, смотрят тоже. Ну, ребятам интересно, что же. Давайте, ребята, как зовут-то? Как зовут? Меня зовут Вадим, всем здрасте. Я? Привет, дорогие подписчики, меня зовут Дима. Вот. Кстати, всем хай. Они тоже подписчики, решили тоже. Я говорю, давайте, ходите, говорю, в ролик. Они говорят, да. Я такой, ну давайте, что, поздоровайтесь. Можете передать всем привет, там, одноклассникам, всем своим, там, знакомым, родственникам. Всем привет. Смотрят. Маме, папе, скажи. Всем привет. Да. Всем привет, маме и папе. И бабушке, и дедушке. Вот поколение кровочков, может, растет. Может быть, да. Ребята любят строить. Ну, а мы пойдем посмотрим. А, у нас уже дом завершен, вот, есть какие-то моменты, которые мы не можем завершить до конца, но это я вам сейчас все объясню,
Вот, и покажу вам баню и гараж. И там какие-то нюансы еще интересные есть. Спасибо, Александр. Была приятная практика. Надеюсь, увидимся. Все, всем слева, пока, удачи. А мы поехали. Так, ребята, ну я уже вокруг не пойду здание показывать вам. Вот, все уже завершено, по сути. Я уже в прошлом ролике показывал, не было сделано вон тот вот край, и не было сделано между крышей и промежутком, не было готово. Вот. Я это потом, уже когда приеду с 1 числа, я уже полностью объект обойду и на этой крыше, и на той крыше все обойду. И конечный вариант, уже все сниму, пройду по всем узлам, пройду, все покажу вам. Вот, потому что, ну, смысл растягивать ролик на 40 минут, еще раз проходить то, что вы уже видели. А конечный заключительный ролик, он будет ориентировочно, ну, где-то, может, 4 августа. Как-то вот так вот. А так, пойдемте на гараж и баню, и я там покажу все нюансы, которые там есть. Все, пойдемте. Так, ну вот давайте пойдем с этого угла и в круг. Сергеич, а? Тебя подписчики давно не видели, поздоровайся. А у меня штаны драные, куда? Это новая спецовка. Новая спецовка. А новый берегут? О, Володя пускай тоже поздоровается. На Рублевку поедет, но... Пойдем, мы тут что расскажем, что здесь, как у нас. Вот, значит, отсюда, здесь уже труба стоит. 150 миллиметров ниже фасада по проекту. Да. Подшива. Слюз пальчик у нас. Это слюз, да? Да. Я думал на внутреннюю рейку. Даже я не знаю, как что здесь происходит. Колонны, все простое. Да, да, давай покажем такой слюз пальц. Это вот так вот. Потом туда другой элемент засовывается. Ну, можешь как-нибудь покажем, как это делается. Вот. Здесь пока приостановлены работы у нас. Здесь такая история. Значит, ну и как все остальные колонны, вот так вот обшивается. То есть вот здесь то же самое. Вот они колонны. И обшивается. Но здесь было также отведено сюда. Если посмотреть вниз, до отсюда. Соответственно, что получается? Что здесь проход остается маленький. Это ошибка архитектора. Вот заказчик приехал, ему это все не понравилось. Здесь как бы уменьшили, там будут все резать, как-то убирать. И смысл в том, в чем, что здесь тоже были такие же короба. Вот. И вы потом сверху увидите это все. А будет вопрос, зачем там, ну, картины узкие. Идут узкие, там широкие, да? Потому что, как я говорил в предыдущих роликах, здесь получается, что, ну, колонна делится на две части. Она здесь получала 610, поэтому надо было разделить, ну, две картины поставить. Да, но я потом с дрона. Да, да. Ну, здесь вот солнце засвечивает, скорее всего. Да, да, да. То есть, если вы когда с дрона будете смотреть в конце ролика пролеты, и чтобы вопросов меньше было, сразу отвечу, почему эти картины узкие. Потому что, как я и говорил в предыдущих роликах, у нас фасад, фальцы фасада сходятся с фальцами на крыше. Соответственно, здесь колонна делилась на две картины, также на две узкие картины пошли. Чтобы вопросов меньше задавали. Эти две колонны будут сноситься вообще, убираться отсюда. Вот. Здесь у нас вот такая красота. Это же вот баня здесь, правильно? Баня то это будет. А вот баня. Это портал. Будут как раз такие. Они по принципу
Барбекю будет здесь внутри. Ну, то есть жалюзи сидеть, отдыхать. Красиво, вот. Интересно. Окна тоже серые, пленка снимется, все в одном тоне будет. Давайте поднимемся сюда, на крышу. Я вам покажу, как здесь сейчас обрешетку делают под фальцевую кровлю. И, возможно, будут смотреть заказчики, которые к нам обратятся, что надо делать. Значит, вся эта крыша, вся с обоих сторон. Видите, она такая белая там, да? Это все ребята сейчас шлифуют. То есть машинка, наждачка. Было забито гвоздями. Все. Даже вроде как по два гвоздя забивают. Но все равно доска начала усыхаться. И начал ее вертеть. Гвозди стали вылазить отсюда. Вот поэтому первое, что они все сделали, это все прикрутили еще саморезами. По два самореза. И, соответственно, когда доску уже покрутила лодочкой, сейчас им это все надо сошлифовывать. Потому что чтобы не было никаких переходов, чтобы поставили уровень, и он тут спокойно скользил, ничего не упирался. И было ровно. Поэтому ребята сейчас плотненько все шлифуют. То есть, как я и говорю, что требования у нас к обрешетке перед тем, как мы начнем делать. Давайте я карамель переверну. Перед тем, как мы начнем приступать к фальцу, вот, мы, соответственно, плотникам, которые подготавливают, даем наши требования. То есть это, вот, если доска будет на 3 мм уже торчать, разница, то мы это не принимаем. Это связано с чем? Это связано с тем, ребят, что у нас есть вот клеймера, да, которые крепятся в фальцевой кровле. Когда постелится мембрана, вот, да, мембрана стелем, мы уже не видим, по сути, разницу этих досок. Если, допустим, одна доска выше другой на, там, скажем, 3-4 миллиметра, да, или где-то есть выступающие доски, где-то проваленные доски получается. И если мы закрутим клеймер в доску, соответственно, картина же ляжет, она же, фальцы же прямые, ляжет на те доски, получается, которые выпирают, а в остальных местах она будет провисать, то при закручивании клеймера в доску, которая провисает, а клеймер 25 миллиметров, да? Вот, то есть получается, что он не достает клеймер миллиметра 3, скажем так, да, это уже много, до обрешетки. Мы, когда вкручиваем саморез, клеймер начинает подтягивать саму картину. Вот, и что с картиной получается? Что ее начинает выворачивать, ее начинает пучить, ее начинает волнить. Вот, соответственно, заказчик такую работу у нас не примет. Он скажет, почему такая волна сильная? Вот, почему так получилось? Мы же не скажем, ну, эта доска была такая плохая, да, ну, объективно. Он скажет, ну вы же принимали кровлю. Вот почему вы приняли кровлю за плотниками, зная, что получится вот такая ерунда. Поэтому, кто бы как бы ни говорил по поводу обрешетки, мы все-таки, ну, из-за этого такие придирчивые к плотникам, к подготовке основания под фальцевую кровлю. Потому что конечный продукт должен выглядеть красиво, качественно. Вот. Красиво, на мой взгляд, смотрится. Как вы думаете, как вам это сочетание цвета? Это получается RR23, а это RR750. Задумка интересная, конечно. Ну и смотрится интересно. А вот, как я и говорил в начале ролика про эти узкие картины, вон на них видно, это они привязывались
колоннам. Теперь этих колонн не будет. Картины будут. Если вдруг кто спросит, почему так? Так было задумано, скажем. Вот. Пойдемте. Подойдем. Покажем поближе. Вы же любите поближе. Даже комментировать, наверное, нечего. Можем только сравнивать с роликами с первой, второй, третьей части. Вот. Так вот обошли. Там сделана разуклонка, чтобы воду быстрее отводила. У меня всего одна заряженная батарейка на дроне. Поэтому летать будем недолго. Так чуть пролетим, посмотрим и все. Я говорю, еще раз повторяюсь, что конечный результат я приеду сюда снимать в понедельник. Вот. Ой, в понедельник, 1 августа. Вот. И там я уже в следующей части я пройдусь и подробно все вам покажу. Сейчас надо ехать домой. Ну, всем пока. До скорой встречи. Полетели.